Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем о собаке, которая считается гордостью отечественных кинологов, о русском черном терьере. Грация, боевой характер, развитый ум и преданность хозяину. Абсолютно все эти качества присущи русскому черному терьеру. Собака, созданная по приказу самого Сталина, покоряет своей универсальностью. Она может приспособиться к самым неподходящим для жизни условиям внешней среды и не требует особого ухода за собой. Прекрасная собака, наша русская порода. Они очень добрые, семейные собаки, при этом грозный защитник, если это потребуется. Ну что еще, обожаю эту породу и хотелось бы еще таких собак. Русский черный терьер – служебная собака. Она послушна и работоспособна, может быстро занять активную оборонительную позицию, но при исчезновении опасности очень скоро успокаивается. Русский черный терьер был создан для работы, поэтому хозяевам такой собаки нужно помнить, что она нуждается в постоянных физических нагрузках. Это порода, которая очень хорошо поддается дрессировке, они очень умные. Они все складывают на лету и долго запоминают. То есть тут как бы очень много плюсов. Русский черный терьер имеет развитую мускулатуру. В среднем рост в холке этой собаки составляет от 66 до 75 сантиметров. Вес колеблется от 50 до 60 килограммов. Несмотря на крупные размеры и иногда грозный вид, русский черный терьер дружелюбен. Он любит общаться с другими животными и играть с детьми. Очень добрый, любит животных других тоже, да. У нас есть кошка, еще маленькие собачки. Они все дружат. Детей любят, собаки детей любят, то есть они безопасны для детей. Гипоаллергенные для аллергиков, если из таких вот моментов. Потому что у них шерсть похожа на человеческую, на человеческие волосы точнее. Уход за русским черным терьером не требует профессиональных навыков и знаний. Необходимо регулярно расчесывать и мыть собаку. Уши, глаза и зубы питомца нуждаются в постоянном осмотре со стороны хозяина. Также не стоит забывать своевременно срезать коготки животному. Ухаживать, возможно, есть породы, которые сложнее, но нужно за шерстью обязательно следить. Это, конечно, важно очень, потому что у них шерсть требует обработки определенной, нужно расчесывать, нужно мыть через какой-то промежуток времени. Средняя продолжительность жизни русского черного терьера составляет от 10 до 13 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!